Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть черепашки, ниндзя-легенды. Ну что, турнир закончился, и забираем свои награды. Естественно, Лига Мастеров, 3 звезды, не меньше. Сюрикены, так, Донателло, 50 ДНК, золотые осколки и платину, 75 осколочков. Ну что, давай посмотрим, что у нас на этой неделе. Так, магазин не то. Ну что же, Леонардо Космос, я так понимаю, дальше пойдет Микеланджело Космос и... Кто у нас там еще остается? Рафаэль Космос. Короче, космических черепашек они решили выставить здесь. Так, а меня интересует событие. Так, ну что, я хочу сразу ребятам сказать, если кто-то копит на Усаге и еще не накопил, то вот это вот событие рекомендую к прохождению обязательно. А для меня, друзья мои, оно бесполезно, потому что все у меня есть. Хотя, по-моему, в испытании Усаги фармятся кролики. Ребята, напишите в комментариях, есть ли... Я не прав, но, по-моему, именно здесь у нас кролики. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь ничего интересного для нас нету. Ну и также здесь тоже, ребят, для нас ничего интересного нету. Но, тем не менее, придется какое-то испытание пройти для тех же самых осколков, точнее, жетонов. И, кстати, у меня 750 уже накопилось. А ну-ка, дай-ка я в магазин сбегаю, быренько. Хватает у меня? Упс. Хватает, друзья мои. Ну что, приобретаем. 41 ДНК из 100. Это у нас на слэша. Так, заданий у нас нету. Ну что, тогда, наверное, идем смело проходить турнирку. Я так думаю. Тем более, сегодня у нас буст. Давайте попробуем нормально бустануть. Буквально, ребят, 5 минут назад был откат. Так что, в принципе, все у нас впереди. Ну что, 11-11 сразу начинаем с этой команды. Противник, как всегда, начинает 17-16 уровень. Это, в принципе, стабильность у них уже. И мы начинаем. Ну, понятное дело, что первые там 10 поединков будут идти вообще на изи. Да я бы, наверное, сказал даже больше. Все поединки сегодня пройдут на изи. Ну, если мы, конечно, не будем опять сами себе копать яму. Как я обычно начинаю со своими экспериментами. Выставляю то, что мне не нужно. Выставляю слабых своих персонажей против сильных. И что-то хочу этим доказать. А по итогу доказываю только тем, что глупость, тупость и нелепость со стороны Рэя. Ну что, давай тогда сделаем так. Раз, два, три. Естественно, ребят, я здесь даже не смотрю. Первые три попавшиеся сразу берутся у нас в отряд. Потому что 55 и 56 уровень против там 27-го, 26-го. Это, ну ты сам понимаешь, да? Это как Голиаф и таракан, ё-моё. Просто мочим всех налево и направо. Ну что, сегодня, я не знаю, ребят, сегодня не забывайте, что я работаю в ночь, поэтому видос, возможно, вот этот вот не будет выложен сегодня. Бывают небольшие сбои, потому что в данный момент я для второго канала выкладываю сразу два видосика, ребят. И, видимо, они поглощают весь интернет-трафик. Поэтому будут вот такие небольшие задержки. Так, 11-12. Слушай, мы можем найти, например, 12... Вот. Вот, я об этом говорил. 12-13. Ага, 23-й уже уровень, да, у нашего противника. И, как мы видим, уже 4. 4 бойца у нас будут участвовать. Окей. Ну что ж, поехали. Вначале мы сделаем, естественно, дебаф от Хана. Хорошо, он дебафнул их. Давай валить. Минус Майки. Минус Бибоп. Давай-ка попробуем уничтожить Донни. Давай, Чемпи. Отлично. Ну и остается Донателло. Вот так вот его попробуем. Есть. Прекрасно, прекрасный итог. И поэтому идем дальше. Даже ни на что не обращаем внимания. Ну, а вот мы уже в элите. Ровно 100 ступенек мы как бы пролетели, получается. Сейчас посмотрим, вдруг дадут мне 13-14, но... Конечно, ребята, это маленький, малюсенький, можно даже сказать, невыполнимый шанс. Нет, скорее всего, не дадут. Ладно, еще два разика крутанем. Так, 12-13, 12-13. Последний. Нет, не дают. Ладно, хорошо. Ну что, я буду с ними спорить, что ли? Можно, конечно, тут до посинения крутить, ролить, но ты знаешь,
Время-то у нас не резиновое, да и тебе тоже некомфортно смотреть постоянно, как я тут кручу-верчу этот барабанчик на удачу. Ну что, давай вначале вызовем этих болванов. В принципе, их только... Они справились со своей поставленной задачей на 100%. Но опять же, благодаря нашему уровню. Так, перейдем. Нет, вот здесь мы не перешли в элиту 2 звезды. Так, это что-то мне не нравится. 12-13. Есть. 12-14 нашел. Ну-ка. Так, у них до сих пор еще пока 26-29. Они даже 30-й левел не взяли. И у нас до сих пор по-прежнему еще 4 персонажа. Сфига ли это, а? Должно быть 5. А у нас 4. Опа-на, а есть ураганчик. Замечательно. Просто Рафаэль их всех сжег. У него такой, знаешь, огненная торнадо, можно назвать, да, его удар. Ну что, ну теперь-то мы, понятно, перейдем уже в элиту 2 звезды. Позиция у нас какая будет? 43-я. Так, мы с тобой находили 12-14. Вряд ли они, конечно, мне здесь дадут 13-15. Дали? Вот это новость, ребята. 13-15. Прям со второй попытки. И уровень противника сразу же стал 32-й, 31-й и 5 персонажей. 5 персонажей у нас в игре. Ну, я так понимаю, Рафаэль, наверное, будет. Или Майки. Кто по инициативе? Рафаэль. Он даже переплевывает Микеланджело, прикинь. По инициативе. Хотя уровень один и тот же. Неожиданно как-то для меня. Я обычно думал, что у всех Майки, как тебе сказать, инициатива офигенная. Но тут почему-то переплевывает их Рафаэль. Причем этот Рафаэль, да, доисторический. Это у нас кто? Это из какого класса-то? Ролевые, по-моему, ролевики. Ну что, элита 3 звезды, ребята. После, надеюсь, этого поединка мы уже все-таки перейдем в самурая. 13-15. Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Это, считай, на 25 уровней мы мощнее наших противников. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет дело. Начнем с сюрикенов. Воу, неплохо, я тебе скажу. Дай-ка вот этого болвана брошу. Клан футовца где-то он еще где-то надыбал, прям под рукой у него он оказался, да, для того, чтобы его бросить. Все. Разбор полетов закончен на этом. Черепашки тут стоят. Классика, ё-моё, не стареющая. Ну-ка. Да, друзья, вот мы и в самураях. 88-я позиция, двигаемся дальше. 13-16. Ого. Игра сама уже просто начинает, да, разгоняться, набирать темпы. Ну что же, это только на руку мне. У нас два черепашка из фильма в этой команде. Ну, естественно, начну-ка я с мухи. На тебе. Так, ну постепенно урон. Плюс бросаем баллончик мухи, естественно, кранты. А заблокировать мы никого не заблокировали. Как ты видишь, сделаем дебаф. Ага, меткость. А этот ускоряшку врубает. Ускоряет команду. Плюс еще крит атаку повышает. Ну-ка, холодильничек в них есть. Почему Рафаэль бросает именно холодильник? Я вот еще никак не могу понять. Этот бросает клан футовца, этот бросает холодильник. Что у них за мания, что бросить? Так, какое место-то? 23-е. 14-17. Вот это да, вот это ускорение, ребята, пошло. С одной стороны, ускорение идет, а с другой стороны, если посмотреть, у нас начинают быстрее почему-то качаться персонажи, которыми мы можем тут драться. Хана нужно... Эй, Пит, Пит. Он что там? На кого он там батон крошит? Я не понял. На моего слышишь, что ли? Ну-ка, давай, бомбани его. Есть. Давай так сделаем. Оглушили. Ну, это тоже неплохо. Оглушили. Вот Крис Брэдфорд мне не нравится. Сейчас начнет дебафиться наверняка. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже не пробили. Хорошо, что я защиту вовремя поставил. Правда, урок, кстати, почему-то этой защиты уже нету. Крис упал. Уронишь? Нет. Нет, не уронил. А так?
тысяч, нормально. Ну давай выстрел сделаем, фиг с ним. Водяным пистолетом причем, да? Нам в ответку. Так, как лучше, заморозку, нас заморозили этим пистолетом водяным. Минус. И добивка, скорее всего, да, ребят. Ну что, сейчас посмотрим, перейдем или не перейдем. Конечно, хотелось бы, чтобы уже перешли. Ага, Лига Самурай, 2 звезды, 60-й позиции. Так, мы остановились на 14-17. Опа, 14-18, прикинь. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь, кстати, круто, здесь кожеголовый с почти фул прокачанным скиллом, массовой атакой. Сейчас мы посмотрим. Но интересно, вот если Алапекс прокачать вот эту вот суператаку, будет она круто бомбить? Мне кажется, будет круто. Тюх, ровненько так, да? Давай еще одну массовую атаку. Ну и кожеголовый, наверное, будет добивать, я так понимаю. Давай. Бамс. Отлично. И смотрим, на какую позицию мы сейчас переместимся. Наверное, где-то 10-е, да? 20-е, 10-е, так вот. Третье. Окей. Это меня устраивает. Так, 14-18 было, поэтому давай искать 14-18. Не надо мне твои 14-17 здесь. Вот. Мне кажется, при желании можно было бы и 14-19 найти. Может быть. Ну, Лига Мастеров сегодня нам не светит. Это я уже вижу по нашим персонажам. У нас их осталось маловато. А мы еще даже не в Лиге Сёгунов. Так что вряд ли мы тут. Окей, ну-ка добьешь, Кунаичи. Тыдыч. Блин, я представляю, если прокачать этот удар по полной, будет, наверное, хорошо крошить, да, противников. Вообще, любой супер удар, который идет на массовость, он, если прокачан по фулке, довольно неплохой урон наносит. Так, смотрим, место 53-е, ну что же, 14-18, давай попробуем 14-19. Или там 15-19, я не знаю, что там будет. Пока дают 14-18. Ну, заметь, 14-18 уже два хода было. Вот. Но тут надо быть осторожнее. Тут Микеланджело. Раз, два, три. Поэтому я беру супер-шреддера здесь, чтобы сразу его наказать. Сразу же. Ликвидировать, так сказать. Пускай мы не повесим на него постепенку, но зато я думаю, что шреддер его сразу отправит в преисподнюю. Ну-ка. Он не только его отправил, он отправил вообще всю вражескую команду. Так что зря мы переживали. Ну-ка. Ах, твою ж налево-то, а. Ну что же вы так специально делаете, да? Не пропускайте меня в Сёгуны. Так, 15-19. Раз, два, три, четыре. Ну здесь я уже не буду никого, ребят, брать, потому что 70-ники уже пошли против вражеских полтинников. Расколбасим только шорох. Уж поверь мне. Давай начнем с паути... Правда, тут морозильная кошка. Ну-ка. Да, морозилка. Я удивлен, что она даже выстояла. Две суператаки. На третьей, конечно, мы всех добили, но все равно, ребята, сам факт. Да? Две массовые атаки выстояла. Ну что, я нас поздравляю, Лига Сёгунов. Одна звездочка, 55-я позиция. 15, давай попробуем все-таки пару разиков. Вдруг 15-20 дадут. Ну, вдруг есть. Далее. Раз, два, три, четыре, пять. Я надеюсь, после этого поединка мы все-таки заберемся в Лигу Сёгунов 2 звезды. Ну, слушай, 3 звезды на Сёгунах — это тоже неплохо. При первом, как говорится, запуске, при первом старте, да? Конечно, Лига Мастеров — это вообще топ. Ну и Сёгуны 3 звезды тоже неплохо. Есть. Есть, ребята. Ну, а уже говорить я... Думаю, не стоит, зачем мы это все делаем. Потому что награды, ребят, награды, доллары. Ну и сам понимаешь, все. Все от этого идет, там и откаты идут. Все, что нужно, короче, для нас.
15. Попробуем 15-21. Ну, конечно. А это сейчас, прикинь мне, сейчас запорят, не буду давать 15-20. Вот я посмеюсь тогда сам над собой. Давай, не будем рисковать, короче. Раз, два, три, четыре, пять. А то сейчас действительно 15-19 дадут. И потом, как в прошлый раз, помнишь, в какой-то серии решил паролить, и что получилось у меня? Мы спустились ниже и выше, меня почему-то уже потом никогда не давали. Ну-ка, вот так вот. Правильно, Тимати, давай вставай в стойку. Понижение атаки. Да я думаю, сейчас мы их и добьем. Ага, иммунитет. Ну ты опоздал, парень. У тебя уже дебаф висит, так что... Ну, тут да. Тут он, конечно... Да хорош! Ну-ка. Железноголовый. Красавчик. Не помогло там их усиление команды, что они там бафы на себя повесили. Железноголовый просто их разбомбил. Ну, а у нас Сёгун 2 звезды. 65-я позиция. Так, ну давай, 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 тут соображай быстрее. 15-20, все-таки я попробую, ребят, рискну 15-21 выудить. 16-21, окей. Раз, два, три, четыре, пять. То есть там еще остается всего лишь на один поединок. Угу. Ну, Лига Сёгунов 3 звезды, ребят, как я вам и говорил. В мастера сегодня нам не зайти. Надо вот будет как-нибудь 100% получится такое, что я не смогу сразу бустить по откату, да, а пройдет какое-то определенное время. И мы просто сравним. Если спустя какое-то определенное время, да, пускай там час, два, три, пять, шесть, мы будем занимать топовое место, потому что здесь мы играем сразу по откату. То есть вот у нас буквально там 5 минут прошло, обновилась неделя, и мы начали играть. И мы никак не можем пройти в топчик. Ну, то есть мы никак не можем пройти в Лигу Мастеров, да? С первой попытки. А если на откатах мы будем на долгих проскакивать, то, значит, я тогда раскрою ихнюю тайну, что буст на ранней стадии, он малоэффективен, чем на поздней. Ну что же, давай, поехали. Мондо Гекко сразу дуплился. Так, вертушка. Есть. Вертушечка от Лео косит всех наших противников в легкую. Ну, правда, и уровень тут у них маленький. Ну что, Лига Сёгунов 3 звезды. Я нас поздравляю, друзья. Сейчас где-то будет 50-е место. Ну, это тоже неплохо, ребят. Раз, два, три. Нам придется, правда, еще вот так сделать. Но это ничего страшного. Это ничего страшного. Так, ну что, Армагон первый. Наверное, сейчас первый и последний, да? Хлоп, все. В принципе, вот, ребята, и весь буст на сегодня. Я говорю, где-то будет 50-е место. Ну ничего, на выходных я устрою, даже 44-е. Даже 44-е. Ну что, заданий больше нету. Естественно, в следующей серии мы уже будем проходить. Тут, как говорится, не будем рвать одно место, да? Потому что это не к спеху. Это потерпит. Да, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.